И всем снова привет, мои дорогие зрители. Это вновь канал Любопыт. И мы будем сегодня проходить еще одну игру про Момо. Потому что я вижу, вам все-таки понравилась та игра The Momo Game. Я уже говорил, что еще несколько тут игрушек про Момо накачал. Только более таких же, собственно, коротких. В этот The Momo Game она тоже короткая была. Так, и в общем-то будем играть вот, не знаю, как она называется, она просто называется Момо Гейм или еще как-то там, я не знаю. Просто Момо. Уже, по-моему, не The Momo Game, либо просто Момо, либо Момо Гейм. Ладно, короче, обговорим правила игры. Тут нужно, как во FNAF, дожить до 6 утра и при этом не давать Момо выключить все вот эти вот лампочки. Ну, как? Ну, вы поняли. Светильники. Если она выключит его, нужно его включать. И при этом нельзя сталкиваться с Момо. Так. Ну, окей, погнали. Момо. Момо была. Эй. Ой. Да ты опять. Так. Блин, от того, что я так напряжен, мне даже комментировать некогда. Ай. Нет, серьезно, я тут так напряжен, что даже комментировать не могу. Так, я тут думаю, что эта вот вспышечка, которую я делаю, она нужна для того, чтобы еще Момо отпугивать. Ну или еще вот так вот дорожку освещать, если темно. Чего мы еще только один час прожили? Серьезно? Не слишком ли долго надо? Ну да, собственно, во FNAF тоже. Не так уж быстро. Ага, выключила. Иногда вспышка не делается. Ах ты! Да я ее даже не вижу. Ай. О, 2 часа.
Когда ждешь, то кажется долго, а вот когда не ждешь, то незаметно как-то пролетает. И да, я что-то... Ну нет, я серьезно молчу и молчу, молчу и молчу, вообще не комментирую. Ну просто напряженка тут у меня. Серьезно, у меня тут напряженка. Я просто комментировать даже нечего. Особенно тут... Блин. Если честно, я боюсь. Это же хоррор-игра, понятное дело, тут бояться надо. Но пока-то, слава богу, все нормально. Ладно, давайте я разговаривать буду. Когда я разговариваю, мне как-то не так страшно. Но это еще так, цветочки, игра, вот я потом собираюсь... Опа. Вот я... Вот я Бенди и чернильную машину уже снял. О, мы 3 часа продержались. Так вот, думал сначала еще секреты в ней показать, но потом передумал. Ну их, эти секреты. Вы их сами можете у других ютуберов посмотреть, если захотите. А сам собираюсь снимать, во-первых, шутер Legendary, который я снял первый видос, да так и забросил. Надо все-таки пройти эту игру до конца. А то как-то нечестно. И другую хоррор-игру старую. Называется она Silent Hill. Говорят, очень суперская игрушка. И это, между... и это именно старая добрая, культовая. Такая... Типа... Ну, как Готика. Старые культовые игрушки, как Готика, Сталкер. Да, я в Сталкера тоже поиграть, кстати, хочу. Блин, я столько игр вообще хочу снять. Но, во-первых, у меня времени нету все снимать. А во-вторых, я не знаю, может, у меня некоторые современные не потянут. Например, я хочу... GTA снимать или Far Cry. Так. Так что дальше я уже... О, 4 из 6. Так что все, я уже, как сказал, дальше буду снимать этот. Silent Hill. Вот этот, говорят, реально еще тоже страшная игра. Но, правда, графика в ней будет как в Готике. Потому что эта игрушка старая, но... Не зря же называют старые добрые. Так, ну окей, окей. Так, ну и Legendary, я уже сказал. Legendary я вот следующим видосом снимать буду. Обязательно. Ну и еще так, игрушки буду параллельно всякие мелкие снимать. Буду снимать 2 большие, это у меня Silent Hill и Legendary. Чтоб и потом удалять, чтоб память чистить. А то память тоже засоряется этими играми. И поэтому некоторые тормозят. Может из-за этого у меня и... Это, может, у меня из-за этого и в Бенди так резко FPS падало. О, 5 из 6. Мы почти прошли. Да. Удивительно. Хм. Так, ну ладно.
Так. Ну и что там еще про игры? Ну и, наверное, все. Я про игры сказал, что хотел. Это я так уже болтаю. Тут процесс-то мне особо нечего комментировать. Я так болтаю о чем, что в голову взбредет. Что просто было не страшно. Так. Ну окей, окей. О, 6 из 6. Так, и концовка. После 6 часов Макс проснулся в своей постели. Это был просто сон, сказал Макс и увидел сообщение. Да, скример, конечно, был неожиданный. Но, похоже, такой скример и во всей игре присутствует. Да, давайте посмотрим, какой тут скример. О, Момо! Вы ее видели? Посмотрим просто на скример. Хочу на скример посмотреть. Ну и, короче, там в концовке было написано, типа, увидел два слова на телефоне, позвони мне. То есть это был не сон, и Момо действительно на него охотилась. Так, а можно вообще поступить... Эй. What the fuck is this? Блин. Тут уже другой крик. Не тот, который был на этом. На скримере. Так, и что-то у меня тут с мышкой какая-то фигня была. Ну ладно. Так, пауза. Ну, на это... Ну все, мы скример увидели, собственно. Он был действительно страховый. Но я заметил, в конце игры еще скример был. Но при этом разные крики на, это, на фоне этого скримера. Ну, если так, собственно, то... Не слишком страшная игра, да и Момо тут даже не это. Она здесь просто как башка ее летает. Не сама Момо ходит, как в этом, в The Momo Game, а башка Момо просто летает. То есть поленились сделать ей анимацию и нормальную модель. Но, по-моему, и так нормально. Если вам просто чтоб так вот маленечко убить время. Минут несколько... Ну, я не сколько я там снимал, я не смотрел время. Ну, в общем, на этом вот этот ролик подошел к концу. Следующий, как я уже сказал, будет обязательно по Legendary. До свидания.